Я очень рад, что сегодня именно в театре «Геликон» проходит такая важнейшая акция, что мы встречаемся с будущими и с настоящими лидерами. И сегодня у нас есть возможность с ними поделиться нашими секретами, секретами, которыми пользуется театр. Ведь весь мир – это театр. И мне кажется, для лидеров очень важно знать эти секреты. Мне кажется, самая главная цель этой программы – узнать себя настоящего, создать свой личный, аутентичный стиль лидерства и дальше лидировать им, вдохновлять других людей. Программа «Театра компетенции» является своего рода экспериментом, но, несмотря на свою экспериментальность и инновационность, она очень логична для нашей современности, где именно на стыках различных жанров, на стыках различных направлений деятельности возникает то самое свежее, самое актуальное и самое востребованное. Мне кажется, что для ребят, которые проходят образовательный курс по программе «Лидеры России», очень важно развивать свой эмоциональный интеллект, развивать свою способность подключаться к людям, ради которых они работают. Мне важно было им дать, что они находятся здесь, сегодня, сейчас. Мне кажется, что нам удалось как бы погрузиться в стены театра и вот побыть единомышленниками. Мне кажется, это получилось. Вот суть тренингов, которые проходили сегодня, в том, чтобы попытаться у этих довольно успешных людей, которые много чего добились в регионах, попытаться им показать их самих. Я была приятно удивлена. Люди говорят с юмором, люди говорят с чувством. Если лидеры России такие, то я в Россию начинаю верить еще больше. Вы можете ощутить вот эту ауру лидерства, вот эту атмосферу. Вот так Верди построил свои оперы, и мы можем многое у него почерпнуть. Меня впечатлил каждый спикер, который сегодня выступал перед нами. Мне очень понравились мастер-классы. Внедрять систему Станиславского нужно не только в бизнес, не только в управленческие какие-то навыки, в лидерство. Но это, мне кажется, надо вести вообще со школьных лет, со школьной скамьи. Это первый день, я думаю, много еще впереди. Очень рассчитываю, что мы, в общем-то, выйдем отсюда преобразившимся, лучшими копиями себя. Сейчас мы прошли классный тренинг по актерскому мастерству. Это было что-то просто незабываемое. И это очень быстро, и это очень классно, это по-новому. Я в восторге.